Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, совет на день, сейчас мы посмотрим понедельник. Что же посоветует нам Таро на понедельник? Первое, что хочу сказать, в понедельник старайтесь не выходить из себя, образно говоря. Старайтесь не воевать ни с собой, ни с людьми. Ведь при таком подходе, при том, что вы будете воспринимать все в штыки, вот такое ощущение, что состояние будет такое, что раздражать будет все, все, вся. И, соответственно, будет ваша реакция. И при такой реакции я могу сказать, что никаких вопросов вы не сможете решить, вы не сможете ясно видеть ситуацию, потому что будете воспринимать все слишком эмоционально. Опять же, может быть, что-то произошло, что вас поразило, что вас расстроило, что вас разозлило. И, соответственно, я знаю, что очень часто мы не контролируем, особенно когда мы не контролируем свое состояние, не контролируем свои мысли, получается, что мы только усугубляем ситуации, которые с нами происходят. Так вот, совет этой карты – постараться совладать со своими эмоциями, постараться на все смотреть менее эмоционально, и тогда легче будет принимать решения и легче будет, ну давайте так, делать все. Смотрим дальше. И хочу сказать, что для некоторых из вас, видимо, вот это состояние из-за неизвестности. Что-то происходит у вас, что вы не знаете, какой будет конечный результат, вы не знаете правильно ли вы что-то делаете, и, соответственно, вы очень сильно нервничаете. По этой карте могу сказать, что перемены, которые будут происходить в этот день, скорее всего, они связаны с какими-то передвижениями. Или вы планировать будете какие-то передвижения, именно физические передвижения, это может быть как рабочий процесс, ведь проектом я называю даже каждого клиента, например, когда я делаю консультацию, каждая консультация – это проект. Поэтому тут еще может быть связано с вашим рабочим графиком ваше состояние и то, что вам надо будет слишком много передвигаться, и вы не хотите этого. Это так может проиграться тоже. Ну а также тут не совсем будут срабатывать какие-то ваши планы, которые вы, может быть, пытались построить раньше. От чего это зависит? От того, что вы боитесь каких-то перемен. И это все вызывает у вас вот такой страх, раздражение, иногда и злобу. Ну и могу сказать, что переживать бессмысленно по той простой причине, что ваши переживания только оттянут момент правильного результата, оттянут момент вашей победы, образно говоря. Победите свое состояние, и вы сможете победить обстоятельства. Вот так говорят здесь карты. Вот так пытаются вам подсказать карты, каким же образом улучшить и достичь. Потому что день будет очень сумбурный, день будет включать в себя очень много разных событий. И от того, чем же закончится, от того, как вы к этому всему подойдете, зависит, насколько вы сможете победить как свое внутреннее вот это раздражение и злость в понедельник,
так и сможете достичь каких-то результатов даже в маленьких проектах.